120 пожарных и 20 единиц техники круглосуточно дежурят в Мирнинском районе. 29 декабря пожарные Якутии отмечают профессиональный праздник. В Мирном пожарная охрана существует с момента основания города. Гарнизон у нас, в принципе, большой. Мы охватываем полностью всю территорию Мирнинского района. Это все населенные пункты. В тех населенных пунктах, где нет пожарной охраны, у нас есть добровольная пожарная команда. В целом у нас в городе Мирном действует личный состав 3-го пожарно-спасательного отряда численностью 157 человек. В день пожарной охраны Якутии спасатели поздравили глава Мирнинского района Александр Басыров и мэр Мирного Алексей Танких. Пожарным вручили награды за спасение на пожаре, безупречную службу и выслугу лет.